Да, Илья Пономарев снова с нами на связи. Илья, еще раз здравствуйте. Да, приветствую. Ну, что касается голосования в Государственной Думе, вот, честно говоря, я когда увидел результаты голосования, сразу подумал о вас. Вы ведь были единственным депутатом в 2014 году, который голосовал против присоединения Крыма. Сегодня ни один депутат Российской Государственной Думы против признания суверенитета ДНР и ЛНР не проголосовал. С каким чувством вы смотрели за этим голосованием, если смотрели, конечно? Смотрел, ну что, это грустно, конечно. Я обсуждал тут с коллегами, учитывая, что когда принималось обращение о признании ДНР и ЛНР, то тогда фракция «Новые люди», значит, выступила против. И я думал, ну неужто людей все-таки что-то научило, я имею в виду кремлевских этих, значит, кукловодов, и они, если что-то будет дальше, соответственно, сделают вот такой плюрализм. Но нет, сегодня убедился, что ничего не научило, никакого плюрализма. Значит, все как на кладбище, не зря они заводили против меня уголовное дело. Ну, что касается действий российской власти, Владимира Путина, российских военных, то есть о чем сегодня можно говорить, на ваш взгляд? Вот какими будут следующие шаги после признания ДНР и ЛНР? Ну, вы знаете, я, конечно, и надеюсь, и не вижу никаких рациональных причин, по которым вообще что-то должно быть, да. Я тоже там не буду кривить душой, я несколько удивлен вообще всем этим развитием событий, о том, что и произошло признание ДНР и ЛНР, потому что оно, очевидно, России невыгодно и нарушает всю стратегию, которая у Кремля была до сих пор, связанную с этими минскими соглашениями и так далее. То есть, по большому счету, то, что произошло, ну, так, если смотреть трезвой головой, то это очень выгодно Украине. Потому что официально отказ от минских соглашений, которыми шантажировали этими минскими соглашениями все время Киев. И это, безусловно, я считаю, там, плюсом. С другой стороны, для Украины ничего не поменялось, потому что, ну, как эти территории были оккупированы, так и были оккупированы, но только Россия все время говорила, что нас там нет, а теперь, ну, фактически, значит, признала, что мы там есть. Ну, то, что, опять-таки, все украинцы знали и так, но вот эта гибкость, значит, пропагандистская, она у Кремля полностью пропала. Ну, и плюс к этому для России, конечно, это еще очень дорого обойдется. Просто именно в прямом смысле слова «дорого». Резко увеличатся затраты на содержание этих так называемых республик. Вот мы видим уже там потери «Северного потока-2», который уж вроде как Россия выиграла, да, то есть тот уже достроен, и он должен был быть запущен. Вот, ну, то есть минус 10 миллиардов долларов, которые просто спущенный там, простите за каламбур, в эту трубу. И новая волна санкций, которая там непонятно, сколько она будет жесткая. Я склонен считать, что она не будет мега жесткой, но она все равно будет достаточно жесткой. То есть они все равно будут наносить России ущерб. То есть, ну, общий объем, вот стоимость вот этого вот решения, ну так, я думаю, что если смотреть на горизонте 5 лет, то там миллиардов 30 долларов, 40, то есть Россия это обойдется. Ну то есть это, блин, дорого, да, то есть какая бы ни была российская экономика. Что же Россия в ответ получает, совершенно не видно. Вот, в общем, поэтому я так долго это говорю, то что сказать, ну может ли Россия после этого продолжить наступление, там, например, раздвигать границы всего этого безобразия до всей Донецкой и Луганской областей, ну, теоретически можно, но это самый укрепленный район Украины. То есть идти там, значит, в наступление – это очень большие потери. Может ли Россия вторгнуться там через Беларусь, еще каким-то образом устроить там поход на Киев? Но опять-таки может, но это тоже бешеные потери. Совершенно непонятно, зачем это может Путину понадобиться. Ну, после того, как он признал ДНР, что это совершенно непонятно зачем. Может быть, он что-то другое сделает. Очень трудно это сказать. То есть получается, что... А, у нас есть звонок, подсказывает мне режиссер. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы?
Здравствуйте, это Юлия из Новосибирска. Здравствуйте, Грэм. Здравствуйте, землячка. Ну, конечно, вы же наш депутат, елки-палки, самый нормальный. Вот. Спасибо, рад вас Так, и что я хотела... я хотела спросить, значит, прошла информация, что ЕС хотят всем нашим депутатам, которые голосовали за присоединение ОРДЛО, наложить арест на их имущество и запретить въезд в Евросоюз. Это вообще возможно или нет? Вот такой у нас праздник может быть? И еще у меня такой вопрос. Если, там вы его немножко так и ответили, но ведь они же все равно будут обстреливать тот же Мариуполь, он же сказал, Путин, что ему Мариуполь нужно, надо отомстить Одессе, там что-то такое. Провокации же все равно будут. И если до этого 8 лет эти города, как и Славянск, и Краматорск, жили нормально, то чем они могут потом объяснить, что тут вдруг раз пришли войска, которые там уже были, и начался обстрел вот этих территорий? Все, спасибо. Да, спасибо. Спасибо большое за вопросы. Ну, я начну с конца. Объяснять им ничего не надо. То есть, если Россия там очень расплывчато признала границы, да, вот там сегодня Пескова прям мучили относительно границ, потому что и в Думе, и в Совете Федерации вообще говоря, да, там Калашников от КПРФ ляпнул о том, что будем признавать там в исходных границах, да, в которых проходил типа референдум. Но как бы все остальные там представители власти его поправили. Дальше там Песков не смог ответить внятно на вопрос журналистов, каковы все-таки границы. Он говорил, изначально, так как они были объявлены и сейчас фактически, сложились. Но то, что сейчас фактически сложилось, то, что тогда было объявлено, это, как мы знаем, там две большие разницы, да, и то есть это означает, что опять-таки решения нет, так же, как на самом деле и решение о признании тоже явно было принято спонтанно, а не было глубоко продумано, то есть это был лишь один из вариантов на столе, который, значит, в последний момент, я думаю, что это произошло дня два назад, судя по там разным косвенным признакам, принял Путин. Вот, также и это решение может быть принято в любой момент времени. Но в Мариуполе я регулярно бываю, я хочу сказать, что это сейчас очень серьезный укрепрайон. Мариуполь не смогли взять в 2014 году, когда он был к этому не подготовлен, когда шло прямое наступление российской армии, и еще было все совершенно неясно в тылу, там была крайне противоречивая ситуация с точки зрения надежности местного населения. Сейчас все там очень сильно по-другому. Могут взять, но я не представляю просто реально, сколько надо положить народу для того, чтобы это произошло. То, что касается санкций, технически... Никаких проблем в том, чтобы наложить санкции на всех депутатов ни у Европы, ни у Америки, конечно, нет. Практически мы знаем, что вот предыдущий раз, когда там голосовалась эта аннексия Крыма и голосовалась Совет Федерации разрешение на ввод войск в Украину, там почти никто из депутатов не пострадал. То есть там пострадало 10% от тех людей, которые голосовали за это решение. Я просто, что сказать, лично по себе очень хорошо помню, что все депутаты как раз ожидали то, что на них будут наложены санкции. Ко мне там подходили и говорили, вот ты, сука, там, то есть это чистеньким останешься, у тебя все будет нормально, а у нас там все арестуют, детей арестуют, там ездить никуда не сможем, и вообще будут всякие проблемы, гад и негодяй, а потом там через полгода, через год, они же мне говорили, то есть, вот там надо было, как мы, видеть, что все, значит, это нормально. То есть для них это, наоборот, было в итоге поощрением, что ведите себя как хотите, никаких санкций на вас наложено не будет. Что будет в этот раз, не знаю. Там уже на целый ряд депутатов там какая-то волна санкций прошла европейская. Я только не разбирался, по какому принципу.
они накладывали, то есть за что именно они накладывали. Но точно это не было санкции повальные на всех, кто вот сейчас проголосовал. Расширят ли они на всех или нет? Ну, понятийно я считаю, что это на самом деле правильно, но есть сомнения, что Запад так поступит. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Добрый день, Илья. Добрый день, Вадим. Еще раз снова Антон, Москва. Я хотел очень сильно поприветствовать Илью, моего бывшего. Я, кстати, член Левого фронта из Москвы. Вот, и он мой, как бы, скажем, единомышленник. Так или иначе, после Сколково скрылся в Америку. Но я его все равно поздравляю. Он мой единомышленник вместе с Сергеем Удальцом. Кстати, Сергей, тебе привет, Илья. Вот, спасибо, я просто Я очень впечатлен, что Илья вообще готов взять оружие и пойти на фронт. Вот это меня очень сильно поразило, ну, в хорошем смысле, да, против путинской армии воевать, да, на стороне Украины. У меня такие три вопроса к Илье. Пусть он запомнит и на них вот ответит прямо. Во-первых, почему он, я, как левый человек марксистских взглядов, антивоенный, пацифистский такой, просто я ужасаюсь, что Зюганов и компания, руководство верхушки ПРФ, помимо того, что они признали ДНР, ЛНР, ну, обращение Анатолия, они ярую милитаристскую пропаганду организовали ради признания ДНР и ради там войск. Вот как он объяснит, что у нас вот левое сообщество, которое антимилитаристское, получается, инициативу перехватывает такое зюгановское, наоборот, милитаристское руководство. Вот пусть он объяснит этот феномен. Второй вопрос. МСТА, например, знаете, расположена в Белгородской области, вот такая ракетная система МСТА, говорят, что до 30 километров они могут до Харькова добить, вот, грубо говоря, ракеты прилететь. Как считает Илья, возможно, что вот эти ракеты прилетят, условно, из Белгородской области, будут бомбить Харьков, а с территории Беларуси Чернигов и Киев? Вот это возможный вариант как развития событий? Это второй вопрос. Ну и третий вопрос, поскольку Илья живет в США, Путин, может быть, какие-то у него инсайдерские источники есть или еще какие-то сведения, что Байден готовит против России? Какие санкции, пакет? Он говорит, адские будут санкции страны Байдена, Салливана, Конгресса США, Сената США. Будут какие-то вообще мощные санкции в удару по путинской экономике или нет? Вот если он знает какую-то информацию, пусть Илья доложит, пожалуйста. Очень спасибо. Благодарен за ответ. Спасибо. Спасибо. Да, Антон, спасибо большое. Я начну с конца. Я живу не в США, я живу в Украине, в Киеве. Я ж никуда не бежал из России. Меня просто там перестали пускать в один прекрасный момент времени, так же, как Серегу перестали выпускать, а меня перестали пускать, да, и никакого там решения про иммиграцию я сам по себе не принимал. Но я действительно бываю регулярно в Штатах, и поэтому знаю там настроение, они, мягко говоря, осторожны. То, что сейчас поднялась такая истерика со стороны американцев, но я считаю, что это была задача у Байдена восстановить управляемость блока НАТО, прежде всего, да, которая была при Трампе в значительной степени утрачена. Ну, а второе, конечно, это его личный пиар, в этом смысле очень симметричный с Путиным вся история. Ему тоже хотелось, значит, эту войну предотвратить, встать на ее пути, победить и, значит, потом доложить американскому народу, видите, вот мы встали, мы были решительными, мы действовали, и ничего не произошло. Ну, Путин, соответственно, ему такого удовольствия не доставил, и думаю, что, кстати, вот когда он принимал это решение, еще раз скажу, я думаю, что оно было достаточно спонтанным в последний момент времени, я думаю, что вот эта эмоциональная составляющая о том, что ах, вы так, ну тогда мы вот эдак, я думаю, что эта составляющая была одной из важных в принятии этого решения, как, думаю, важной составляющей был и его такой ответ на мюнхенскую речь Зеленского, да, когда тот, значит, сказал, что надо отказываться тогда от Будапештского меморандума и восстанавливать ядерное оружие. Я думаю, что, значит, это тоже было вот частью системы принятия решения. Значит, а что касается первого вопроса, он, конечно, для меня и очень важный, и очень болезненный, и вот относительно отношения левых к всему происходящему. Ну, во-первых, конечно, это феномен не новый. Еще Ленин писал про гнилой зуб марксизма. Вот, и та самая фраза, про которую очень часто вспоминают украинцы, о том, что, значит, российский демократ заканчивается на украинском вопросе. Они, правда, цитируют это в российский либерал, но на самом деле оригинал фразы был «российский демократ заканчивается на украинском вопросе». Эта фраза принадлежит Владимиру Ильичу Ленину.
конечно, что в этом вопросе, когда Путин говорил, что вся Украина сделана Лениным, вот в этом вопросе он как раз был в чем-то прав. Вот. Я, конечно, стою именно что на классической марксистской ленинской позиции о том, что империалистическая война должна перерасти в гражданскую, что необходимо поворачивать оружие против своего правящего класса и использовать это для взятия власти в свои руки. Ну, КПРФники не читали ни Маркса, ни Ленина, они и Сталина-то не читали, хотя все время там с его портретами ходят и на нем клянутся. И поэтому плохо представляют себе их идеи. Да, если бы сейчас Ленин был жив, он, конечно, в КПРФ был бы заклеймен как неотранскист. КПРФ стоит на позициях левых с точки зрения экономики, но очень правых с точки зрения политики. То есть эта партия не социалистическая, она национал-социалистическая, державно-социалистическая. И, собственно, это было для меня основной причиной, почему я оттуда все время вышел. Потому что справедливая Россия, она до... Ну, где-то 2013 года она была от этого вируса, слава богу, свободна. Потом все равно вот из Кремля, значит, насадили. Но до этого она была от этого свободна. Я считаю, что нам нужно проводить большую мирную конференцию левую. Да, нужно проводить новый Тиммервальд. Нужно все это обсуждать с участием международных левых. Про все про это говорить и вспоминать вот главный, как раз ленинский принцип, что для каждого марксиста, ну, опять-таки, его правильная цитата, для каждого социал-демократа, главным врагом является его собственный империализм, а не чужой империализм. Надо прежде всего думать не про империализм НАТО, про империализм Соединенных Штатов для нас, для людей из советского пространства, а про своих собственных империалистов, которые находятся у нас дома. Вот тогда наша политика будет правильной. Ну что ж, спасибо, Илья, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир нашего стрима сегодня. Илья Пономарев был с нами на прямой связи. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо.